Здоровенькие былые подписчики мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик. И сегодня мы поговорим о двигателе Piaggio Ciao, который проходил обкатку и проходит по сей день. Вот, в субботу он ездил, как говорится, и в определенный момент на одном из светофоров под заглох при попытке запуска произошел хлопок. И, как все знают, по принципу двухтактного двигателя, если в первошипной камере происходится хлопок, то, как правило, выдавливает сальник. После этого и запустить движок я уже не смог, хотя искра, как мне память не изменяет, все-таки была. Вот, и мопед пешком был доставлен в гараж, и на днях вот снят был мотор. Сразу же после снятия было обнаружено, что отвалилась опять накладка на одной из колодок. Я их так думаю, надо будет пометить как-то цветами, либо циферками эти колодки, чтобы отличать, какого отваливается. Еще из замечаний мне начал тревожить вот этот звон, который я описывал, связанный с запуском пусковых колодок. И посоветовавшись с другом, он мне порекомендовал все-таки уделить внимание колоколу. В частности, меня вот начал смущать все-таки, надеюсь, будет видно, вот такой люфт колокола. В общем-то, он и приводит к вот этому шуму специфическому, который подавлялся только за счет того, что добавляешь обороты и не даешь заднему колесу раскручиваться, то есть идти мопеду в накат. С чем это связано? Сейчас я вам покажу. То есть откручиваю шайбу, гайку, шайбу. Вот, кстати, сальник, который я заменил, он на 2 мм шире родного. Родной стал просто изумительно. Так, снимаем крышку, колодки. Это как въелось. Оп. Перед нами пусковое сцепление. Две колодочки. Вроде нормально, хотя вот разница накладок ощутима. Кстати, вот это, возможно, одна из причин, почему оно бьет. Одна колодка тоньше другой. То есть неравномерное прижатие идет. И видите, вот есть люфт. Сейчас я хочу понять, где он именно, на валу или... Тут тяжело понять. Втулка, которая вот эта вот внутренняя, ее можно перевернуть. Угу. Да, все-таки люфт по самому подшипнику. Внутри тут специальный роликовый подшипник, он заменяемый, надо будет размерность переписать. И вот с этой стороны производится регулировка. При помощи регулировочных шайб, видите, до стопорного кольца есть небольшой зазор. Вот этот нам размер придется выбрать. Вот. Чтобы устранить этот звон. То есть задача ясна предельно. Будем искать компоненты и устранять проблему. Сейчас я попробую выкрутить свечу. Она, естественно, была мокрая. И там, видать, залило его, когда подтормозил. Да, вот она сейчас даже мокрая. Наша свеча отечественная, надо будет попробовать бриск. Посмотреть. Самоочищение, видно, происходило такое себе, потому что одна часть изолятора темная, другая светлая. То есть надо понять, почему это произошло. Может, кто-то в комментариях ответит, подскажет мне по вопросу со свечой. Ну а пока все. Спасибо за внимание. Ждите новых видео. Всем пока.